Азии. Танец называется очень интересно. Долче кабана. Пожалуйста. В сосновом краю,
в осеннем наряде листвы, так и в летнем полуденном зное, как же дорог, как близок мне ты. Улиц узких избивы минуя, все на мысли себя ловлю. Здесь мой дом, и тобой дорожу я. Я люблю тебя, Вильнюс, люблю. Здесь мой дом, и тобой дорожу я. Я люблю тебя, Вильнюс, люблю. Мы приглашаем сюда на сцену детский танцевальный коллектив ансамбля Рижского центра культуры «Смайлики», руководитель и хореограф Рима Химкуненя. Пожалуйста, станцуй. Один танец будет называться «Соловушка», и сразу же второй танец будет называться «Варенька». Пожалуйста.
приступить к раздаче очередной порции нашей благодарности, безмерной благодарности. Я сейчас хотел бы вызвать несколько человек, которые здесь есть, а тех, кого нет, просто отдаленно, дистанционно поблагодарить наших верных друзей, которые пишут нам, помогают, подсказывают. То есть все, чем они могут, тем содействуют выходу газеты «Обзор». Итак, я называю фамилии, а кто находится в зале из этих людей, выйдите, пожалуйста, на сцену. Первая у нас Аня Турановская, образ Висагина, я так понимаю, или нет? Татьяна Соколова, Клайпеда. Да. Виолетта Гриффин, она в зале. Жанна Демьянова Наумова. Ирина Беляева, это у нас Клайпеда. Валентин Матюхин. У него не получалось, но вдруг что-то изменилось. Не получилось. Ладно. Лидия Романова, Попечкения. Сергей Шабадалов.
пожалуйста. Кадиласка. Добрый вечер, шановное господарство. Влада Сокарас. Здравствуйте. Добрый вечер, любимая газета «Обзор». С юбилеем вас, 20-летием. Добрый вечер, мои уважаемые почетные гости. Добрый вечер. Самое, на мой взгляд, доброжелательное и щедрое на аплодисменты публика города Вильнюс. Первая песня, которую я хочу исполнить, это песня на слова белоруса Даугавпилса Станислава Володоцкого Александра Руць. Называется она «Чаруха». Запоют. Согласны?
Опять же хочу сказать об этой песне. Слова написал Нил Гилевич. Мне вдвойне приятно исполнять эту песню, слова этого автора, потому что мы с ним, в 4 километрах находится моя деревня, где я родился, от деревни, где родился Нил Гилевич. К сожалению, 10 месяцев уже как его с нами не стало. Поэтому вы узнаете по мелодии эту песню. Поем! Шумите, шумите, надо мною дорогой.
як кажуть у Білорусі, шановна газета «Обзор». З юбілеєм вас, грошей вам і перемог. Щастя, доля, дай вам Бог!
песня «Русское народное искусство. Пусть живет в нашей Литве и процветает, и сохраняется». Спасибо вам. И зачитаю грамоту. Редакция газеты «Обзор» сердечно благодарит ансамбль «Зоренька» Вильнюсской школы «Этикет», музыкальный руководитель Наталья Крутинская, за сотрудничество и участие в концерте, посвященном 20-летнему юбилею газеты «Обзор». Спасибо вам. Но как было мне обойтись без стихотворения, посвященного газете «Обзор»? Как-то быстренько тут экспромтом все эти мысли слились, но пришлось зарифмовать, и вот что из этого получилось. Газете «Обзор» по случаю вступления в пятую творческую пятилетку. Пришла пора гордиться юбилеем, и ваш читатель, радостно вздохнув, становится открытий и добрее, обзорную страницу развернув. Границу века перешли с тобою, ты нас ведешь вперед, как атаман. Мы связаны давно одной судьбою, газетный закрутив с тобой роман. Вперед смотрящие шагают с нами в ногу, а если что случится где-то вдруг, прогоним фактами ненужную тревогу, чтоб вновь светлее стало все вокруг. И впредь хотим, чтоб было интересно, в четверг газету утром развернув, прочесть о том, что было неизвестно, и вывод сделать, глазом не моргнув. Виват обзор, все выше твое знамя, мы вместе тащим трудную судьбу в беде. И в радости мы вместе с вами, пусть все напасти вылетят в трубу. Спасибо. Не успел выучить, пришлось читать по бумажке. Спасибо, Борис Васильевич. А сейчас в завершение нашей концертной программы приглашаем инструментальный вокальный ансамбль газеты «Обзор», пожалуйста, на сцену руководитель Юрий Мирошниченко, солистка Любовь Воронцова. Они объявят там, пожалуйста. Дорогие мои, дорогие наши, большое спасибо, что вы пришли и тем самым показали, что вы действительно любите нашу газету «Обзор». У меня достаточно громкий голос. Наш коллектив сейчас уже не особенно большой, но и большой. Сегодня вышли Марик Подолинский, Любовь Воронцова, покажется, и Борис Быков. Начинает Марк Подолинский. Исполняю классический романс «Гудит зубов. Не уходи, побудь со мной».
кто-то грустно взять гитару, ну что-нибудь веселее. Кто-то грустно взять гитару, да спеть песни про любовь, аль поехать лучше в табор, разогнать тоску добро. Thank you.
а сейчас позовем на сцену Любу Воронцову.
Очень приятно награждать ансамбль, который имеет название «Обзор», газеты «Обзор», ансамбль «Обзор». Это хорошая реклама для нашей газеты. Значит, ансамбль много гастролирует. Вот недавно приехали с Сопота, где выступал на фестивале. Вот. И я... Редакция газеты «Обзор» сердечно благодарит ансамбль газеты «Обзор», художественный руководитель «Бессмена», я хочу сказать, Мирошниченко, за сотрудничество, участие в концерте, посвящен 20-летию юбилею газеты «Обзор». Спасибо! Спасибо! Много выступали, можно и побольшим выступить с номерами. Дело в том, что у нас в ансамбле очень много людей. Некоторые люди за границей, в Англии, некоторые в Америке, а один, даже за один, сидит вау, Валера Чуприников. Да, это довольно большой ансамбль. Кроме того, что в нашем ансамбле выступали довольно-таки известные люди. Могу сейчас вспомнить, почему-то Димы Осипова нет, он, правда, работает, а, например, прекрасный певец, который начал свою артистическую деятельность, этот Валерий Задорин. Задорин, который, не знаю, будет с нами или не будет. Но дело в том, что мы пока живы, что-то будем делать. И будем, правда, собираться, но собрать двух человек, там, с Марием, там, с Борисом, да, вот это 4 или 5, довольно сложно. Но самое главное, что я могу поблагодарить? Администрацию нашей газеты, владельцев, сотрудников, которые с иронией на лице немножко посматривая, но в них можно в этих лицах почитать одобрение. Спасибо. Спасибо. Спасибо и вам. До следующих, я надеюсь, встреч. И на этой сцене. И еще хочу поблагодарить Бахметьеву за хорошее отношение. Да. Спасибо. Да здравствуй, наша газета. Многие. Следующий номер. Если этого человека нет, то в первый раз ближайшая к этой цифре вверх, потом следующий ближайший к следующему номеру вниз, я потом объясню. Итак, календарь. Номер 14. Кто у нас 14 номер? Не ее всех сейчас осчастливил. Следующий календарь. 178. Вот 178. И потом 219. 219, вот 215. Еле. Так, и зонтики с логотипом газеты «Обзор». 47. 47 есть. Есть 47. Вставайте, пожалуйста. Вам сейчас принесут ваше счастье. 123. Так, хорошо, смотрите. И 208. 208. Есть. Правильно. Если никто не встает, надо встать. Так, а теперь мы заканчиваем. И я знаю, что кто-то хотел нам... Презент архивный, раритетный номер,
Все после того, как закончится, вот мы спустимся, и вы подойдете и скажете все, что вы о нас думаете. Тогда без обиняков. А сейчас я передаю слово председателю управления издательского дома «Обзор» Анатолию Лазинскому. Ну что, дорогие друзья, пришла пора познакомиться с теми, кто делает газету «Обзор». Не все всех знают. Елена Петровна сказала, что коллектив редакции маленький. Вот, но он не такой же маленький. И для того, чтобы вызвать всех на сцену, наших работников редакции, мне пришлось все-таки воспользоваться шпаргалкой, потому что возраст уже сложно запомнить, но всех я прекрасно знаю. Пожалуйста, поднимайтесь на сцену, я буду называть. Владимир Фаргаров, Александр Шапов, Адольф Рудзянский, Ангелина Рудзянскиня, не торопитесь, не торопитесь. Алла Гайкалова, Виктор Панадежев, Неёдорец Кявичиня, Светлана Гладких, Полина Калькина, Анна Семенова, Арина Мамаева, Валентин Монахов, Альберт Ашплукис. Становитесь, становитесь, пожалуйста, покажитесь. Владимир Ватман, Борис Буревич, Цицилия Кублянчик, Людмила Лычагина, Яков Прохоров, Вячеслав Зинкевич, Владимир Клоповский, Виктор Крестов, Алексей Кузнецов, Татьяна Руновская. Страна должна знать своих героев, вот все наши герои. Но, к сожалению, не смогли сегодня присутствовать. Кто-то приболел, кто-то в отъезде. Даже талантливый журналист в нашей редакции работает Дмитрий Захаров. И, наверное, все читали его передовицы замечательные, но сегодня его, к сожалению, нет. Мы его отправили в командировку. Это наш собственный корреспондент, он будет освещать нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Как раз вот через час-другой будет уже официальная часть, он вернется, и мы напечатаем, опубликуем его репортаж. Кроме того, у нас еще есть член, ну почти член нашей редакции, тетя Вера. Вы, наверное, все на второй странице иногда, ну и не иногда, а очень часто читаете ее. Она прекрасная собеседница нашего главного редактора и постоянно что-то такое придумывает. Вон она сидит там в уголке, она очень скромная, в платочке. Не видите? Ну, может, она выскочила куда-то. Ну, сейчас подойдет. Вот. Все перед вами, я хочу поблагодарить и нашу редакцию, наш коллектив. Без них не было бы газеты. Но, кроме того, и без вас, наши дорогие читатели, присутствует здесь только очень-очень маленькая часть тех, читать нашу газету. И без вас тоже бы ее не было, просто мы бы держались максимум месяц. Больше бы мы не смогли, потому что вы покупаете, вы читаете, это тоже немаловажно, потому что людям надо получать зарплату. Поздравили нас и наши старые-старые партнеры, это издательский дом в Беларуси. Мы с ними совместно издаем, не все, наверное, знают, больше десятка журналов, такие как «Домашний доктор», «Наша кухня», «Садовод и огородник», наверное, все читаете. Это наша совместная продукция. Кроме того, уже несколько лет у нас есть свой сайт «Обзор ЛТ», который тоже многие знают не понаслышке, а читают и смотрят.
Хочу еще раз поблагодарить и коллектив нашей редакции, и всех-всех наших читателей. Следующий юбилей у нас через 5 лет, 25 будет. И надеюсь, что как минимум в том же составе редакции, в том же составе читателя, а может еще и больше, надо на это надеяться, мы встретим на следующий юбилей. Спасибо всем еще раз. Нашему директору Владимиру Фарку. Дорогие наши читатели, вы являетесь одновременно нашими спонсорами. Без вас мы вообще не можем существовать. Если будете вы, будем мы. Наш вчерашний слушатель самый маленький, больше 20 тысяч. Мы являемся ведущей газеты Литовской Республики на русском языке. Я хочу такую пожелать вам всем здоровья и удачи. Хочу такую вещь рассказать. Пришли охотники, убили большого кабана, второго. Принесли его, сказали, те, кто говорит, как вы желаете здоровья и удачи. Кто спрашивает, ну еще здоровья, ясно, еще насчет удачи. А вот кабан, по здоровью, а удачи вам не было. Поэтому я желаю всем здоровья и удачи. Будьте счастливы. Я еще хочу поблагодарить ведущих, которые провели этот вечер, провели этот концерт, организовали. Вот. Очень много сделали. Если бы не они, не было бы сегодняшней нашей встречи. Я благодарю Нину Шестерникову, Борису Шестерникову за то, что они сегодня для нас и для вас, для всех сделали. Большое им спасибо. Спасибо тебе за фотографию.